Свердловской области готовятся к Ирбитской ярмарке, фестивалю «Урал-Тара-Джаз» и Дню Невьянской башни. Яркие события, ставшие визитной карточкой нашего региона, пройдут в Свердловской области в августе. Так, традиционная Ирбитская ярмарка состоится уже в 14-й раз. Ярмарка будет работать 4 дня – с 11 по 14 августа. И планирует собрать более 400 мастеров народно-художественных промыслов из городов Свердловской области и соседних регионов. Вне ярмарки пройдет конкурс национальных костюмов, фестиваль «Город мастеров», а также фестиваль ландшафтных театров. Четвертый международный джазовый фестиваль «Урал-Тара-Джаз» пройдет 13 августа в Камышлове. Фестивальная программа 2016 года насыщена яркими именами. Джаз-ансамбль «Золотой Будда» из Китая, тенор Чарльз Тернер и трио Даниила Крамера. Среди екатеринбургских музыкантов – этно-джазовый квартет «Балкан Мьюзик Бэнд», а также проект посвящения Леониду Утесову. Программа резидентов клуба «Эвер Джаз». Завершением фестиваля станет совместное выступление екатеринбургской группы «Блюз Докторс» и вокалиста Пьера Эделя, неоднократного участника программы «Голос». Еще одно традиционное событие – день чествования Невьянской наклонной башни Демидовых – состоится 13 августа. Праздник пройдет на территории исторического комплекса «Старый Невьянский завод». В течение дня гостей ждет множество музейных акций и мероприятий. На сцене развернется костюмированное представление и концертная программа. Будет работать ярмарка «Мастера Урала». Только в день чествования Невьянской наклонной башни Демидовых будут проводиться ночные театрализованные экскурсии «Легенды Невьянской башни», которые соберут туристов не только из городов Свердловской области, но и из соседних регионов. Напомню, что создание в муниципалитетах региона точек экономического роста, в том числе за счет развития внутреннего туризма, задача, поставленная губернатором Евгением Куйвышевым.